Всем привет! Сегодня готовим очень вкусные творожные пончики. Они просто тают во рту. Глазурь можно для них сделать любую. Также оставить можно пончики и без глазури, просто присыпав их сахарной пудрой. Подробное количество ингредиентов для этого рецепта вы сейчас видите на экране. Берем удобную емкость, сюда отправляем одно яйцо, добавляем сахар. И все это перемешиваем. Процесс замеса можно осуществлять обычным ручным венчиком, но при желании можно использовать и миксер. Затем добавляем в общую емкость соль, снова все перемешиваем, после чего отправляем сюда сметану. Процент жирности здесь значения не имеет. Заранее необходимо подготовить творог. Можно использовать и обычную творожную массу. Стоит отметить, что для рецепта все продукты необходимо заблаговременно достать из холодильника, хотя бы за полчаса до готовки. И теперь мы сюда добавляем творог и все перемешиваем. Для того, чтобы избавиться от мелких крупинок, необходимо взять обычный блендер и все это хорошенько перемешать уже блендером. В полученную творожную массу нужно добавить разрыхлитель теста и перелить растительное масло. Снова все перемешать. Самым последним ингредиентом для добавления будет мука. Необходимо добавлять ее поэтапно. Сначала нужно все перемешивать тем же самым блендером, а затем нужно уже переходить на ручной замес теста. На рабочей поверхности стола вымешивать слишком долго творожное тесто не нужно. Примерно 5-7 минут и будет достаточно. После чего формируем вот такую колбаску и разрезаем тесто пополам. Далее разрезаем на части. Должно получиться 8-9 частей. Пончикам необходимо придать вид, для этого скатываем каждую часть в шар, после чего немного приминаем, для этого можно использовать вот такую лопаточку, либо же нож. Придаем форму и в центре делаем разрез. Я использую вот такую кондитерскую насадку. Выкладываем подготовленные пончики на противень, духовку прогреваем до температуры 180 градусов и выпекаем их примерно минут 20-25. Вот такие замечательные ароматные пончики у нас получаются. Делаем глазурь по желанию и можно наслаждаться. Я желаю вам всем приятного аппетита. Готовьте вкусно, готовьте с удовольствием.